начал. Ну, если что-то это, его сразу посадят. Типа он больше ничего не сможет делать. Все, это уже окончательно? Я как Хокаги запрещаю вам вообще все. Лягушки — это самое опасное, что может быть. Ну ты сначала лягушек. Ну да, Рит, ты б такие фотки в инсту не выкладывал. Там три лягушки. Жабы мои жабы. По жизни, да? Условный срок, тоже срок. Условный срок, тоже срок. Условный срок. Не хочется мешать им кричать правильные вещи. Долой пропаганду! Короче, долой пропаганду! Долой пропаганду! Тишину! Короче, во-первых, естественно, то, что это условка, очень радует. Это означает, что привлекать внимание к таким вещам, это реально работает. Да? Понятно, что в современных реалиях мы воспринимаем условный приговор как оправдательный. Он реально является оправдательным. К сожалению, все равно приговор есть. Но по факту он условный только потому, что вот каждый из тех, кто поддерживал, привлекал внимание к этому, это делал. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо всем, кто за последние 4 месяца, не боясь показаться там городским сумасшедшим, привлекали внимание к этой проблеме, и конкретно к делу Кигор. Это первое. Второе, то, что приговор в этих реалиях оправдательный, говорит о том, что обвинения с самого начала были полной хуйней. О чем я и говорил с самого начала. Друзья, у меня здесь сумка, поэтому если вы меня не пропустите... Егор, расскажи, как настроение? Настроение отличное. Я на самом деле хотел всего лишь 3 вещи сказать. Во-первых, я надеюсь, мы уже научились не воспринимать как победу наказание невиновных людей. Я надеюсь, что сейчас, конечно, ну я рад, что я на свободе, но тем не менее, все-таки это совершенно несправедливая вещь. Во-вторых, я надеюсь, что мы все понимаем, это все превратилось в политику, и нельзя отделять свою деятельность по защите политзаключенных и несправедливо осужденных от политики. Они превратили суд в институт репрессивный. Мы должны понимать, что это все политика. Вот. И в-третьих, я просто хочу от всей души поблагодарить всех, кто боролся за мое освобождение. Публично, не публично, неважно, я рад тому, что вы все стоите здесь, такой интерес к моей персоне. Спасибо, спасибо, спасибо всем. Егор, скажи просто, а также насколько... Также было наложено ограничение на пользование интернетом, да, я так понимаю? Расскажи, пожалуйста. На администрирование страниц мы будем изучать... Позвольте в суд пройти, очень вас прошу. Дайте в суд войти-то. А лягушек жалко? Лягушек жалко, но Мирон Федоров обещал их восстановить мне, поэтому я думаю, что... Но компьютер будет. Компьютер будет, это удивительно, то, что возвращают, дайте, конечно, компьютер. Ну, пожалуйста, уже, а! При всем уважении. Сейчас я грабану на телефон. Как его зовут? Ника.
Ника, это Оксимирон, встретил случайно твоего брата здесь. Поздравляю тебя с днем рождения. Всех благ. Спасибо, а спасибо не большое. Не-не-не. Можно пожмурить? Салют. Можно? Я просто со всеми фотосессии, я не хочу превращать фотосессию. Это все-таки день, когда невиновный человек получил приговор, поэтому... И еще шесть получит, скорее всего. А на остальные поедете? Ну, попробую сейчас. Мне нужно просто встретиться с ребятами и решить. Я думаю, что да. Супер. Здесь все-таки, слава богу, сегодня активности больше вокруг другого человека. Давайте к нам. А как вы думаете? Это суд и зад, я считаю. Про что будет следующий выпуск, честно, я не знаю, друзья. Я не знаю пока. Друзья, сайт дело 212. Дело 212.ру. Скажи еще раз, пожалуйста. Друзья, дело 212.ру. Это сейчас самый важный сайт в стране. Заходите, следите и помогайте. Там расписание сегодняшних судов, на которые тоже нужно прийти. Потому что там мало людей. Приходите все на суды. Приходите на суды, друзья, да. Политзаключенных. Пойдемте, друзья. Да. Спасибо. Готово. Спасибо вам. Да. Спасибо. Твое последнее слово в учебнике надо. Спасибо большое. Отплакать хотелось. Спасибо. Ну, если административ сюда, конечно. Егор, можно руку пожать? Боря, привет. Здорово. Ой, да, с условным сроком. Так что, но... ты должен быть с нами отметить. Это тоже в том случае. Было слышно толпу? Да. Да. Я руководствовал вы... с толпой при принятии решения. Я думаю, что в той или иной форме я, конечно, продолжу. Высказывать свое мнение. Он молодец. Пока мы должны обсудить некоторые юридические моменты, я не знаю, какие надо. Они запретили вам выходить в интернет? По-моему, непосредственно выходить не запретили, запретили администрировать страницы. Я не до конца понимаю, что это значит. Егор, можно? Конечно, можно. Я из вышки приехал тоже. Ну, раз из вышки, то уж можно и две. А я с политологии. Давай, зажми просто. Спасибо. За свободу. Да не, не дырежу. Мы с тобой. Что? Мы с тобой выкладываем. Мы сможем мемы с тобой выкладывать. Вы не были незаконными к тому же, да? Конечно, канал. Тебе реально понравился. Здорово. Привет. Привет, как дела? Я тебя тут еще увидел. Здорово. Пока не видел сегодня. Привет. И спучу, тем не менее. Это хороший вопрос. Но вы же понимаете, что как бы ситуация спорная. И мы не до конца понимаем, как это все будет в дальнейшем развиваться. Мы будем обсуждать это с моими юристами. Пока я точно не знаю, будем ли мы обжаловать или нет. Это все, что я могу погнали сказать. Погнали людям уже. Конечно, конечно. Но они могут разозлиться. Мы пока не знаем. И закрыть? Да. Да. Я хочу взвесить риски. Вот. Будучи осужденным и при этом невиновным, нужно понимать, как себя вести. В ситуации именно взвешивания рисков. Я ни в коем случае их не боюсь. Но я точно знаю, что на свободе я могу принести больше пользы своей стране, чем в тюрьме. За эти несколько месяцев ты в какой-то момент ощутил уныние в смысле безнадегу? Ни в коем случае. Если бы мне дали 4 года, я бы вышел в 25. Еще совсем молодым человеком, и все бы у меня и тогда было бы впереди. То есть ты готов был сидеть? Конечно. Я же уже просидел месяц в СИЗО. Я вам могу сказать, вот я помню, Леша меняло в свое время, когда вот его из здания суда освободили. Он вышел и, среди прочих фраз, сказал, что, типа, это надо каждому пройти. Вот месяц в СИЗО, условно, вот каждому человеку это может быть на пользу. Я с этим согласен, потому что, друзья, мы все крутимся в своем собственном пузыре. Есть какие-то люди, их очень мало, которые искренне поддерживают власть и сама власть. Есть мы, да, условная оппозиция. А есть народ наш, который ни там, ни там. И которому вот это вот все, что с одной стороны, что с другой. Мы его не видим. А народ в том числе и так же, как и мы, несправедливо сидит в тюрьмах.
И это поэтому это, для меня это был один из шансов пообщаться с теми людьми, с которыми я бы иначе никогда не пообщался. Это всегда. Я не вижу ничего. Да. Как ваша? Конечно, будет. Конечно, будет свобода. Это 100%. И вы даже не представляете себе, насколько скоро. И как неожиданно это произойдет. Спасибо. Ты понимаешь, да? Да. Что они даже не, это да. не могут отнять. Да. Вот оно. Ну, как бы... Что я еще могу сказать? Они во всем проиграли. У меня даже лягушки остались. Они постоянно стреляют себе в ногу. Вот каждый раз, раз за разом. Ну сколько можно уже? Ну, спасибо им можно только за это сказать. Может, они сами хотят смениться.